Приветствую вас на канале Red Cat. Вы у меня спрашиваете, когда же будет ивент по Хэллоуин? Когда же, наконец-то он будет? Ребята, я для вас нашел эту информацию и хочу сказать, что действительно очень скоро будет новый ивент в Роблоксе. Мне даже показали, что именно будет на этом ивенте. Сам ивент начнется 18 октября и продлится до 1 ноября. Так что все из вас смогут успеть поучаствовать в ивенте и получить клевые призы. Будут, конечно же, бесплатные призы, ну а также призы, которые можно выиграть в играх. Говорят, что можно будет получить три подарка. Первый – это, конечно же, голова тыква. Ну куда же без тыквы на Хэллоуин? Неплохая тыква, у меня еще нет ее в коллекции, поэтому я буду рад, если она мне попадется. Второй приз – это вот такая вот голова осьминога, которую вы тоже можете получить. Что-то подобное уже было в ивенте, у меня что-то подобное уже есть. Мне, в принципе, не очень нравится подобная тематика, но для коллекции, я думаю, сгодится. Обычно я не самый первый выкладываю прохождение ивентов, поэтому я решил в этот раз показать вам хотя бы самым первым, когда же начнется ивент. Но это третий приз, который обещают на ивент. На мой взгляд, это самый топовый приз. Круче, наверное, было бы, если бы это была кошечка, но там собачка. Собака Дракула. Я бы так назвал эту шапку, она действительно очень крутая, и я бы очень хотел, чтобы этот приз у меня был в коллекции. Желаю всем моим зрителям получить все призы на этом ивенте, который будет проходить. Но если вам будет интересно, как я буду проходить весь ивент, то, конечно же, заходите на мой канал. Я обязательно буду показывать видео про новый ивент. Ну а пока у меня все. Если будет какая-то еще новая информация интересная, я обязательно с вами поделюсь. Поэтому не пропадайте, подпишитесь на канал, чтобы первыми всегда узнавать какие-то интересные новости. Желаю всем удачи и с наступающим праздником! Всем пока!